Ну что, ждали, дождались. 28 тысяч новая, а у нас сейчас разбитая стоит 20. Чё? Вы пишете, где Джета, что с Джетой, почему затянули, почему мы не показываем про Джету. Чувствуется, что это все равно немного бюджетная машина. Вот на ощупь, ну, просто клееночка. Пластик очень дубовый. Дефлекторов для заднего ряда вообще нет. В Джете в американской не бывает тонировки. Если кто-то супер меломан, готовьте сразу делать шум. Дребезжит просто все, пластик очень жесткий. Расход всегда будет за 10 в городе, однозначно, то есть 10-12. Вот так вот, все было вылеплено из шпатли. Помните, что машина со штатов — это всегда машина с какими-то но. Раз вы изначально пытаетесь сэкономить, то потом и не надо жаловаться, что что-то не получается, что дорогие запчасти, что где-то не могут вывести зазоры. Ну что, ждали, дождались. Вы пишете, где Джета, что с Джетой, почему затянули, почему мы не показываем про Джету. А для тех, кто не понимает, мы совместно с Автогрупп привозили Пашиному бате Джету. Когда это было? Еще в прошлом году мы, наверное, купили. В декабре. Нет, ну купили. Привезли мы в феврале. Да, в феврале. Привезли машину в феврале. Вот тут появится где-нибудь ссылка, можете посмотреть предыдущие выпуски, там вы посмотрите, за сколько мы ее купили, в каком состоянии, какие повреждения, по-моему, 3 выпуска есть, как мы покупали запчасти, сколько, что обошлось, и все ждали концовку вот эту, вот, Джета готовы, мы просто затянули, потому что не было времени, много работали. Машину нам отдали в августе, сейчас октябрь, но тогда... Когда мы забирали машину у Пашиного бати, мы взяли у него комментарий, поэтому давайте начнем с комментария именно непосредственно пользователя этого автомобиля. Евгений, я вас немножко помучаю. У меня первый вопрос. Почему вы решили поменять Суперба на Джету из Америки? Ну, это было предложение сына, во-первых. Хотели попробовать, насколько американские машины отличаются от европейских. И один из основных моментов – это... автомобили, которые мы покупаем из Америки, имеют достаточно небольшой пробег по сравнению с европейскими. Mm-hmm. Поэтому хотелось что-нибудь посвежее, поновее и посмотреть, как это вообще выглядит. Просто обновиться хотели? Да. Хорошо, давайте теперь по самой машине. Вот. Сколько вы на ней проехали? Я проехал на ней порядка где-то 3000. 3000 это получается небольшим с марта месяца. Мы начали его в марте месяце. Забрали ее с таможни в аварийном состоянии, а начали эксплуатировать в конце июня. Понятно. И вот как вам вот за эти 3000 километров по машине самой? Вопросов по машине нету. Машина меня устраивает во всех отношениях. Дело в том, что здесь 150-сильный двигатель, безупречно работающая коробка 8-ступенчатая, автомат, что очень хорошо сказывается при езде в городских условиях. А вы чаще по городу их катаетесь? В основном, да. В основном, да. Значит, ну, машина небольших размеров, вот, габаритов, то есть на ней удобно парковаться, где-то маневрировать, заезжать и так далее. Ну и помимо всего прочего, здесь достаточно много различных опций, начиная, там, скажем, от камеры заднего вида, функции удержания полосы, подогрева сидений всех четырех, причем адаптивный круиз-контроль. Мертвые зоны там, мертвые зоны, соответственно, да, имеются датчики мертвых зон. Очень хорошее освещение. Поэтому в этом плане машина достаточно меня устраивает. Я понимаю, что у Джеты там не так много одноклассников, и она в лидерах, но что мы можем позволить себе за эти деньги? Ну, условно, наверное, если посчитать, эта машина стала там около 17 тысяч долларов со всеми расходами. Подробную табличку, возможно, мы где-то вот тут приложим. За 17 тысяч, если мы рассматриваем седан и откроем сейчас тот же Avbuy, на сегодня у нас ничего не купить. Мы можем купить только какие-то Polo, Rio и там бюджетки B, ну максимум C-класса. Даже, ну, говорим про машину в таком оснащении. На сегодня на Avbuy такие джеты стартуют там, наверное, от 20-ки и выше. Вот. Но чувствуется, что это все равно немного бюджетная машина. И бюджетная она по-американски. То есть это, по-моему, вообще самый дешевый Volkswagen, который можно купить в Штатах. Он стоит...
в такой комплектации, по-моему, 28 тысяч долларов. Ну, и это такая машина, которая часто используется студентами. Эта машина тоже использовалась какой-то студенткой, которая, видимо, куда-то заехала, не справилась с управлением. 28 тысяч, ты имеешь в виду новая? Да, угу. Новая машина. Вот. 28 тысяч новая, а у нас сейчас разбитая стоит 20. Чё? Что выдает вот эту дешевизну в машине? Внешне по ней вопросов как бы нету. У нее есть все такие современные атрибуты классной машины. То есть у нас полностью диодная оптика, по которой, как и в любой американской машине, есть вопросы по сравнению с европейской, потому что в Америке до последнего времени всегда было запрещено автоматическое управление светом. То есть на автомате эта машина может только включать и выключать. Она не может вырезать потоки, что-то обводить и так далее. Что для меня было немного, и для моего отца было немного странным, садясь после европейской машины. У этой машины есть все ассистенты, повторюсь, адаптивный круиз, удержание в полосе, мертвые зоны, есть камера заднего вида, но у нее нету протроников. Вообще нету никаких протроников, ни передних, ни задних. И в американских джетах, насколько я знаю, вы их и не найдете. То есть американцы в этом плане такие интересные люди. Поговорим про, в целом, про салон. То есть, ну, как бы выглядит он неплохо. Все стандартно, все по-ваговски, но такой дермантин, допустим, в европейских машинах, для сравнения, он используется только в таксишных машинах. То есть есть Passat, можете зайти на мобиле DE, посмотреть, он используется только в Passat, в Туранах, которые из-под такси. То есть делается это для чего? Он очень износостойкий. То есть он вот сейчас пробег у машины 50, 150, 200, неважно, он будет выглядеть одинаково. С одной стороны плюс, что он как бы выглядит хорошо, я так уж зам, с другой стороны, на ощупь, ну, просто клееночка, честно говоря. Пластик очень дубовый везде. Здесь, опять же, как я говорю, американцы любят фишка ради фишки глазами и так далее. То есть здесь сделана такая якобы строчка. Есть у нас... Это просто из формы пластика. Да-да-да, вот тут подсними. У нас есть красивая амбиентная подсветка. Ее можно там менять цвета и так далее. Здесь интересно сделаны такие вот из динамиков дверной карты. То есть это все классно, но есть вот моменты, которые кажутся после европейской машины очень-очень странными. То есть про оптику сказал, про вообще в целом пластик его дубовый сказал. Дальше на заднем ряду, ну, дефлекторов для заднего ряда вообще нет. И вот этот подлокотник просто выглядит сзади, как, не знаю, какой-то рубанок, его просто прикрепили и все, то есть никак не сделано. Хотя есть подогревы заднего ряда в этой комплектации. Вот. Тонировки, хотя в американской машине, кажется, всегда раньше была тонировка, в джете в американской не бывает тонировки, ни в какой комплектации. Машина приехала вся, была затонирована в пленку, включая передние стекла, потому что у них это легализовано. У нас это все приходится снимать, и машина выглядит уже, конечно, немного иначе. То есть, в целом, еще хотел сказать пару слов конкретно про комплектации. Я не совсем увидел надобность покупать вот эту комплектацию Cell. Я как бы думал, что так будет, но подожди, вот... Я тебя перебью, а у нас именно Cell. Да, у нас Cell, то есть это предмаксимально. Есть еще Cell Prestige, но Cell Prestige просто отличается другими дисками, и там бывает еще вентиляция сидений. У нас просто Cell с зимним пакетом. Несмотря на то, что машина из Майами. Почему я не считаю, что это нужно? Что у нас SE отличает от Cell? Виртуальная приборка? Ну, не знаю. Как бы, возможно, она нужна кому-то. Но мне, допустим, нет. Я уже в это все наигрался. Мне это не совсем интересно. Отец очень хотел виртуальную приборку. Но я уверен, что сколько бы он в этой машине не ездил, он бы... Неважно, он ее ни разу не нажал и ни разу бы и не нажал в дальнейшем. Поэтому виртуальная приборка стоит, если что, ее туда вкорячить. У нас, по-моему, $350, если мне память не изменяет. И в целом не вижу надобности в ней. В колодце точно такие же по информативности. Ну, далее. Ты сейчас это ты рассказываешь опыт эксплуатации и то, что очень нравится, почему отец хочет поменять эту машину, правильно? Не из-за приборки он хочет поменять. Я просто сейчас рассказываю, что если кто-то будет покупать джет, то, в принципе, если вы купите SE с зимним пакетом, вам этого хватит выше головы.
Люк, не знаю, если кому-то нужен, он бывает и в SE комплектациях. Кожа, она есть в SE, автомат в SE, подогревы всех сидений, руля, как здесь есть в SE. Все эти датчики есть в SE версии. По-моему, мертвую зону тоже есть в SE. То есть SEL, бесключевой доступ есть в SE. SEL это, насколько я понял, это оптика, это приборка, это музыка Beats. Музыка играет нормально. То есть чувствуется, что это там не обычная штатная музыка, но если кто-то супер-меломан, готовьте сразу делать шумку, потому что если вы включаете громкость больше, чем наполовину в этой машине, то дребезжит просто все. Пластик очень жесткий, оно вроде собрано неплохо, но вы не забывайте, что, скорее всего, после того, как вы купите битую машину, если у вас тем более будут взорваны подушки, вам все надо это снимать, всю торпеду и так далее, и так далее. И второй раз оно уже не всегда так хорошо становится, поэтому лучше сразу шумить. Машина, там вот C-класс, оно там по сравнению с европейскими, там условно, да, она нам обошлась, вам обошлась, там около до 17 тысяч. Сейчас эти машины стоят 20, 22, 24, 27 за них просят. Но давай отталкиваться вот от сегодняшней ситуации. Если, условно говоря, Jetta в комплектации SE из Америки, помимо того, что ты ее ждешь там 4-5 месяцев с учетом того, что пока ее привезут, пока ее сделают и все остальное, и что ты бы мог предложить в альтернативу из Европы? Ну, давай начнем с того, что я недавно разговаривал с Кириллом из автогруппы. Mm-hmm. Я у него спросил в целом, что вообще сейчас по ситуации. И он мне на сегодня сказал, что логистику можно умножать практически на 2 по цене. В смысле? Из Америки? Да. Ты имеешь в виду? То есть доставка сейчас подорожала практически в 2 раза. А, ты имеешь в виду цену? Да. То есть, условно, сейчас только доставка, это там, ну, наверное, около 3000, как я понимаю. Mm-hmm. Ну, с учетом, он сказал, что именно много нюансов с Клайпеды в Минск. Там простой, границы и так далее, и так далее. Но чуть-чуть вроде как подешевели машины. Ну, я так понимаю, что с учетом еще дефицита запчастей, такая машина сейчас, это минимум, что настанет, это 17. То есть, если даже самому гнать из Америки? Ну, с учетом всего. Ну да, я думаю, 17-18 сел, ну, с такими небольшими повреждениями. Опять же, если открыть там битфакс и посмотреть статистику, есть машины, которые стоят, как это мы там выиграли, по-моему, 9200, а есть машины, которые по 4 продаются. То есть, ну, тут уже люди должны сами понимать, чего они хотят. Но что у нас есть из альтернатив в диапазоне 17-20? Тут, конечно, седан. И если мы говорим про европейские машины, они чаще всего будут в универсале. Вот. Если мы говорим про седаны, то у нас остаются все конкуренты американцы. Это что у нас? Malibu, Fusion, Cruze. Cruze. Ну, Cruze дешевая машина другого класса. Malibu, Fusion, Civic, наверное, да. И так далее. Я мог, ну, как бы я не ездил на этих всех американских машинах, но в чем я... Ну, я ездил на Fusion, на Mondeo, на Fusion. Я точно уверен, что Fusion Mondeo, он чуть покомфортней, он побольше, он более высокого класса. В эти деньги это лучшая связка, что касается мотора коробки. То есть по поводу экономичности, работы коробки. То есть здесь 8-ступенчатый Aisin стоит и 1.4 турбо на 150 сил. То есть, ну, машина ездит очень хорошо, уверенно. Расход, если ехать по трассе там около сотки 110, это будет 6-7 литров, ну, я думаю, 6 где-то. Если ехать чуть активнее, там, ну, 140-150, то, наверное, расход будет в районе 8. В городе расход тоже зависит от езды 8-9. То есть, насколько я помню, в даже там полуторалитровом Фьюжене расход всегда будет за 10 в городе, однозначно, то есть 10-12. Коробка работает тоже очень четко, проблем никаких с коробкой нету. Ну хорошо, вот ты сказал альтернатива американские машины, а альтернатива европейские машины. Вот что бы сейчас лучше взять, лучше, чем Jetta за эти деньги? Ну понятно, с седаном будут проблемки, только за 20, наверное, Mondeo можно попробовать. Да, тот же Mondeo. Даже не знаю, что в сегодняшней ситуации лучше, типа Fusion или Mondeo. Просто Mondeo еще... ну, как-то, не знаю, мне кажется, что поинтереснее, потому что Fusion сейчас уже там растаможится по невыгодным ставкам. У Fusion сейчас растаможка идет больше, чем 1.5 объем, несмотря на то, что он 1.5. Если он получается в те же деньги биты, да, пусть он с пробегом 30-40,
То есть, ну, я не вижу смысла. Лучше взять Мондео с пробегом 100-150 дизельный. Угу. Там будет, это будет целая машина, и оснащение у них тоже более чем. Иногда в Европе интересно. То есть у нас есть в Европе Мондео, у нас есть в Европе... Талисман. Нет, сюда лучше не Талисман. Не будет, да, да, ну, Талисман на любителя машина, мы уже про нее рассказывали. Угу. Insignia. Так. В 21,6 лифтбэк будет 100% в эти деньги. И как бы по дизайну новая Insignia тоже неплохая, и это будет лифтбэк. И, кстати, Mondeo тоже будет лифтбэк, потому что это для многих важно, как и для моего отца. Я не хочу ездить на универсале, или у многих жены не хотят, чтобы была машина универсал. Это вроде как выглядит как седан, но это лифтбэк. Это, то есть, определенный плюс. Ну хорошо, и тогда по мастхэвам и... каким-то в универсалах может прокатиться еще по европейским за 20 тысяч. Ну, это все, что и всегда было. Это то, что мы уже назвали в универсале, плюс Passat. Да, Passat. Ну, наверное, так и все. И до 20 можно рассмотреть, ну, чуть-чуть так, если переключиться в кроссовер из Европы, можно точно рассмотреть 3008. До 20, но это будет с большим пробегом. Но это будет, да, пробег. Средненькой комплектации. Но это будет, опять же, тут механик-автомат важно. Но 3008, я думаю, что комплектация будет средняя, но с пробегом около 150 можно взять. Ну, нормальный вариант. В принципе, это не такой плохой вариант. Вот. Ну, в целом, Jetta не расстроила. Не сказать, что я недоволен этой машиной. Она все ожидания оправдала. Я знал, что она в салоне будет такая чуть-чуть... грубая, назовем это так, немного, но все вот эти кнопочки, фишечки, все это есть. Я считаю, что это идеальная городская машина, и мой отец так считает. Почему? Потому что у нее низкий расход, это бензин, у вас нету проблемы с забитостью сажевых фильтров, как у дизельных Volkswagen, с EGR-ами и так далее, быстро прогревается. У них часто идут зимние пакеты с обогревом рулей и всех сидений. Она неплохо выглядит. Есть камеры заднего вида, есть все необходимые вообще атрибуты для использования в городе на каждый день. Поэтому, как машина для каких-то неспешных передвижений, и тем более как альтернатива Polo, я бы 100% эту машину рекомендовал. Ну да, с учетом того, что сейчас Polo по 15 тысяч стоит. То это еще старое Polo, да. Если смотреть Polo такие уже с таким салоном и так далее, то они там, наверное, только от 17 стартуют. Давай тогда уже расскажем. Те, кто не видел наши предыдущие выпуски, вы можете посмотреть, как машина выглядела. Давай, Паша, расскажем, что вы с ней делали, как, там, какими материалами или запчастями. Да, давай, наверное, открою сейчас капот. Повреждения по переду самые основные, напомню. У нас на фотографиях мы видели, что в разноцвет двери, и как бы знали, что машина уже до этого была с какими-то кузовными работами. Но, конечно, когда она приехала, оказалось, что кузовные работы были достаточно такие, ну, не косметические, скажем так. Так, да, была по переду. Напомню, что у нас в багажнике лежали фары оригинальные. Это очень... удешевило восстановление, и лежал бампер. Его тоже сделали. Напомню, что когда приехала машина, начались всем известные события, и, соответственно, с запчастями ситуация очень сильно ухудшилась, и запчасти очень сильно сейчас подорожали, и дело даже не в цене, а в том, что их просто нету. Если зайти там на новые там какие-то сайты Авто1, там Автосуп или даже на бампере, вы практически ничего не найдете за адекватные деньги. То есть, условно, когда машина ехала, новый капот на машину стоил 870 рублей. Белорусский. Да, чтобы вы понимали, на сегодня китайские капоты стоят по $500, и их нету, они все под заказ. Ну и в целом оригинальных сейчас вообще не достать. Соответственно, когда приехала машина, стоял острый вопрос с капотом. Капот лежал в корзине уже на покупку, но когда все началось, поставщик отменил, и как бы китайский капот я ставить не хотел. В принципе, я просто думал, что капот алюминиевый, но капот здесь металлический. Его восстановили, проблем никаких нету, шпатлевки там немного. Давайте вот тут сейчас покажем фотографию, какая машина была после кузовщика, но до малярки. Угу. Тут будет видно, что вообще произошло. Капот сделали, с виду ничего не скажешь. Вот здесь есть нюанс, можешь показать. Это можно было тоже сделать, все красиво, аккуратно, но я не думаю, что за это стоило там платить какие-то деньги большие. То есть здесь видно, что его восстанавливали.
Капот покрашен, то есть если мы вот так посмотрим, то капот здесь покрашен частично на середину, и дальше там до конца залит лаком. Здесь, где были вот основные повреждения, вот так частично есть шпатлевки немного, и вот здесь. Ну, глаз идеально, ребята покрасили хорошо машину, то есть вопросов нету, спасибо им за это. Дальше, был треснут телевизор. Телевизор не парился, поставил китайский. Объясню почему. Во-первых, опять же, оригиналов не было на тот момент. Во-вторых, китайский тогда выходил по очень, очень хорошим деньгам. В отличие от нашего рынка, я покупал их, по-моему, в Москве с доставкой сюда. Тогда курс очень сильно в России подскочил. Там было, по-моему, 130 к доллару как-то моментом, и я все купил. То есть, что я купил китайское? Это телевизор, это решетка радиатора вот эта, и решетка вот эта нижняя. Все, в целом, наверное, на этом Китай закончился. На фары установили ремкомплекты, по креплениям были нюансы, но в джете и вообще в вагах здесь стоят вот эти усилители, которые все скрывают, ничего не видно, никакого там колхоза не видно. Ладно, сделано-то нормально, они будут. Ну, сделано нормально, все держится, свет отрегулирован, светит, в принципе, неплохо, все нормально. Бампер просто тоже восстановили, покрасили. Получается, капот покрасили. Здесь у нас на фотографиях было видно, что немного было загнуто крыло. Кузовщик его тоже тут выстучил. Ну, понятно, что крыло все красилось. Ну, вот здесь вот так лежит чуть-чуть шпатлевки. Остальное все просто залили второй раз. И, по-моему, у нее же левый лонжерон. Да, по поводу силовой. Вот я сейчас сюда иду. То есть... лонжерон, получается, после ДТП потянул усилитель бампера. Усилитель бампера тоже заменил. И чуть-чуть там на пару градусов ушел лонжерон. Там ничего критичного, за этот же усилитель его и вытянули. Крыло облито. Дверь в родной краске осталась. Тут все без проблем. Переходим к задней части. То есть здесь какой нюанс. Когда мы ставили ставку на машину, у нас есть Carfax, мы думали, что у автомобиля было ДТП в Штатах по передней левой части. То есть я думал, что это переднее левое крыло, ничего критичного. Если бы было критично, машину бы списали до этого. Если не критично, то на край можно просто заменить крыло. Но оказалось... И когда машина приехала в порт, нам сделали вот фотографию с этого ракурса, и было видно, что два элемента одного цвета, два элемента другого цвета. Ну, я подумал, хорошо, перекрасим еще раз передний элемент. Когда приехала машина, оказалось, что ремонтировалась не передняя часть, а задняя. Вот. В Carfax этого не было. В Carfax было указано, да, передняя. Угу. Соответственно, что было с машиной? Видимо, протянули по этой стороне, я не знаю, каким образом, и либо другая машина, либо что-то зацепили и так далее. Вот так вот. Все было вылеплено из шпатли полностью. Причем там так килограммы прям лежали. Да, тоже можем сейчас тут вставить видео, чтобы было видно. Значит, было принято решение, что делать. Дверь никто не трогал. То есть было не в цвет покрашено, было отвратительно. С просадами, со всеми делами. То, что вы уже видели, по-моему, в прошлых выпусках это было. Дверь приняли решение просто перекрасить, чтобы оно по цвету было нормально, чтобы не было никаких просад, в принципе, их нету. Все сделано красиво. То есть без прибора и вот так вот стоя вот уже в метре, вы не определите, что дверь окрашена. Проем целый, это самое важное, дверь навесной элемент, как бы сейчас цены на двери в космосе, там по 2000, я не вижу смысла ее менять, как бы ее можно поменять в любой момент. Задним крылом я попросил, чтобы сделали все, что могли, что сделали? Сняли все, что можно было до металла, все вытянули, то есть сейчас шпатлевки тут минимум, то есть даже причем так, что в одну точку бьешь тут 500-600, рядом бьешь точку тут уже 90. Поэтому крыло как могли, так спасли. Опять же повторюсь, что это, можно сказать, косметически все, потому что проемы целые, силовая часть машины целая. Ну и задняя часть крыла, я так понимаю, пострадала только наружнее, внутренняя целая, правильно? Да, да, да. Mm-hmm. И уже потом выяснили, что в Минске на разгрузке машину снимали вилами, и вот здесь поцарапали. Вот эта часть бампера была окрашена. Все остальное, в принципе, ничего не делалось. Ну и... в целом, наверное, все. Короче, чтобы все это закруглить и подытожить, я, ну, скажу, что если там говорить про работу с автогруппой, мы сработали, ну, вроде как нормально. Да, было. Вообще вопросов не было. Косяков у нас не было, но у меня просто остается один вопрос. Вот если сейчас все отмотать назад,
покупал бы, ну, понятно, что покупали батю, но вот ты бы покупал сейчас джету, если вернуться назад и знать, что тебя будет ждать? Я бы, если бы я знал, что вообще сейчас такая будет ситуация в мире, наверное... Нет, давай без ситуации. Не, я просто бы... как машина, не, цена, как машина, сроки и все остальное. Да, как машина вопросов нету, mm-hmm. я бы купил. Сроки, я не сказал, что очень сильно напрягали, потому что никто пешком не ходил, все время была машина. То есть был суперб, на котором отец еще ездил, mm-hmm. вот, который уже, да, продался. И, соответственно, да, наверное, влез бы, но я бы делал немного по-другому, уже смотря... сегодняшнего дня, я бы после покупки машины сразу же купил бы все запчасти. То есть, если вы будете привозить машину из Европы, вы всегда сразу покупаете из запчасти. Америки. Из Америки. Ой, да, из Америки. Сразу покупаете запчасти, все, есть запчасть, вас цена устраивает, вы сразу покупайте. Не ждите, а вдруг завтра будет дешевле, а вдруг еще что-то. Завтра не будет дешевле. Я не помню, что за последний год что-то вообще становилось дешевле. Когда у нас где-то. Вообще что становилось дешевле? Вот. Короче, вот вам классный совет от Паши. Да, если... и самое важное всегда, то есть помните, что машина со Штатов — это всегда машина с какими-то но. То есть я вот это принял для себя так. Ну и в том числе, как здесь получилось, Carfax не показывал нам повреждения по задней части, хотя всегда все говорят, что Carfax это, ну, там 100%. Ну да, ну это первый момент. Ну, второй момент, что машина с какими-то но, о чем я говорю? Я говорю, что это все равно машина после ДТП, и даже если вы ее качественно восстанавливаете, даже если оригинальными запчастями, во-первых, у нас не всегда руки в нашей стране позволяют это сделать ровно, да. Хотя я с этой проблемой не столкнулся, у меня... Слава богу, есть куча знакомых, которые помогли, но чаще всего так. То есть это где-то будут там не всегда хорошие зазоры, где-то будут какие-то моменты, возможно, по салону. Если у вас взорвалась безопасность, у вас все не будет в оригинале. Вы экономите, покупая такую машину со Штатов, но всегда понимаете, что это машина с каким-то но. Да, она с низким пробегом, в отличие от европейских, да, еще что-то, но всегда будут какие-то нюансы. Если вы привозите эту машину покататься и быстро продать, вас это не будет тревожить. Но если вы, грубо говоря, каждый день на протяжении 3 лет будете ездить на ней, все эти моменты либо будут вам мозолить глаза, либо потом, ну, я не говорю про зазоры, про какие-то еще, могут всплывать в этой машине. И в таких вот бюджетках нет смысла приводить все в максимальный идеал, потому что это дорого, их нет смысла вести. В каких-то дорогих, там, BMW, Мерседесах со Штатах, да, возможно, но все эти машины будут такие, и поверьте, мы их много смотрим, они все с какими-то всегда нюансами, никто их не делает. А потом наши подборщики приезжают и тыкают владельцев носом, что у них кривые зазоры и все остальное. В общем, мысль та, которую хотел вам передать Паша, это в том, что если покупаете из Америки бюджетку, да даже если не бюджетку, в любом случае из Америки вы покупаете машину для того, чтобы сэкономить. Раз вы изначально пытаетесь сэкономить, то потом и не надо жаловаться, что что-то не получается, что дорогие запчасти, что где-то не могут вывести зазоры и все остальное. Да. Джета уже, кстати, давайте вам повернем. Она уже продана практически, за нее когда вы смотрите, внесли, наверное, задаток, да. И буквально через пару дней, когда вы уже будете смотреть, машины уже не будет. И альтернатива, вот сейчас эта машина продается за 20 с лишним тысяч, и за эти деньги Пашиному отцу уже куплена машина. Все, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментарии про всю эту ситуацию, про джету, про то, что мы вам сейчас наговорили, в большей степени Паша наговорил. Вот прям пишите ваше мнение в комментарии, ставьте лайк этому видео. Всем пока!